Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров, и ребята меня спрашивают, несколько подписчиков на моем канале, почему я так уверен, что меня многие понимают, меня многие не понимают, многие не приемлят как человека, не приемлят как блогера, не приемлят как образовательного агента. Те вещи, которые я говорю, людям непонятные. И это касается как иммиграции в Австралии, так и частично вот именно обучения в Австралии. И я хочу сказать, в принципе, на весь мир не будешь мил. Я специально изначально поставил канал так, чтобы те люди, которые не нужны, не отнимали ни мое, ни свое время. Это канал не... Даже не для тех, кто интересуется Австралией, это канал для тех, кто хочет правильно эмигрировать в Австралию. И это более широкая, кстати, цель, более тонкая такая. Это канал для тех людей, которые хотят учиться в Австралии. И обучение в Австралии это, ну, собственно говоря, один из шагов, первый шаг для эмиграции в Австралию. Хотя, наверное, не первый. Первый шаг это принять само решение. Соответственно, подразумевается, что люди думают так, как и я. Я думаю, что даже при том, что я кому-то, может, непонятен, кому-то неприятен и теряю какую-то свою аудиторию потенциальных студентов, даже того количества людей, которые понимают меня и понимают те вещи, которые я им говорю, их достаточно, потому что я не думаю, что мне надо больше, чем 30, 40, 50 студентов в год. И это количество людей придет, может быть, даже через word of the mouth, то есть через сарафанное радио. Или напрямую, то есть от людей, которые уже здесь, или опосредованно через каких-то блогеров, где что-то там где-то обо мне услышат. И, соответственно, если им интересно... иммиграция образования в Австралии, если они думают об иммиграции образования в Австралии, как думаю я, они найдут меня. И, соответственно, это те люди, которые уже имеют ту же самую резонансную частоту. Они настроены на ту волну, на которой я, грубо говоря, вещаю. Поэтому я понимаю, что у кого-то может быть 100 тысяч подписчиков, у кого-то может быть 20 тысяч подписчиков, у меня будет 5 тысяч подписчиков. Ничего страшного. Но из этих 5 тысяч, понятное дело, все равно люди, которые интересуются иммиграцией и даже образованием, это меньшинство. Но даже если будет несколько сот человек, которые меня постоянно смотрят, 100, 150, 200, максимум 600, 700, это гарантирует то, что, как говорят, сюда не дорастет народная тропа. Хотел бы я большего. Я хотел бы большего количества настоящих, правильных, нужных мне подписчиков, нужных мне студентов, нужных мне иммигрантов, мне и Лёше Чеханову. Потому что на данный момент, ну, всем понятно, приехать сюда без студенческой визы практически невозможно, и остаться здесь без учебы на начальном этапе тоже, в общем-то, невозможно. Но были другие времена и будут, надеюсь, другие времена, когда учеба будет не нужна, но есть люди, которые думают, как и я, думают, как и мы с Алексеем Чехуновым, поэтому нужно, чтобы были люди, которые... мыслят так же, но мыслят об иммиграции в Австралии, они не подходят под образовательного агента, потому что им не нужно образование. Я думаю, что это на данный момент Global Talent. В прошлом это была 124-я виза. Ну и были рабочие какие-то визы и так далее. То есть я думаю, что мне нужна более широкая аудитория. Хотя даже те люди, которым образование особо не нужно, теперь они ситуативно по времени, они нуждаются в образовании, чтобы просто въехать в страну. Поэтому, дорогие друзья, не беспокойтесь. Я рад тому, что вы волнуетесь за то, чтобы у меня было больше подписчиков, чтобы эти подписчики понимали меня. Вы, может быть, желаете, чтобы я как-то говорил так, чтобы у меня было больше этих людей и
соответственно, была больше популярность. Может быть, в какой-то степени это и так, но я думаю, что это не трагедия, это не проблема. И я думаю, что я на правильном пути, и вы на правильном пути. По крайней мере, огромная благодарность тем, которые волнуются. Ведь вы тоже же не из потолка взялись, правильно? Значит, я все-таки что-то правильно делаю. Спасибо.